Хорошо, согласны. Да. Наличкой, да? Можно, лучше наличкой. Давайте, все, согласны. Спасибо вам большое. А у вас рейсы, вам всегда такой будет? Да, кроме понедельника. Отлично. Сейчас мы делаем. Спасибо, товарищ. Побили, да. Никита, где ты? Я здесь. Положите мне. Никита, сфоткай, пожалуйста. Ну, чего, так я видео снимаю. Видео, на мой сфоткай. А можешь ли я тоже? Ну, естественно. Ну, на ходе не катался, только на... Хотя только на музейном, хоть на этом. Thank you.
Да, это ретро-трасса автобус. Там даже табличка такая, как на этом, на выставке была, скорый транспорт ездит. Приехали. Кольцевая. Это вокзал. Что, Никитос, выходим? Это вокзал уже? Да. Спасибо. А это конечный уже, да? Да. Нет, там еще вокзал. Нет, вокзал до вокзала. О, касса, смотри. Говорите, каждый день будет, да? Кроме понедельника. Ага. Линейный автобус. Да. Отлично. А еще какие деньги? В каком году идти? Это что, в 83-м еще идти? А еще какие-то есть такие автобусы по городу? Ну, по... какие-то тоже раритетные или нету? Еще заплатим, постой. Без проблем. Ага. Назад поедем. До рынка доедем так же. Ну, до города, да? Ой! Это ваше расписание, да? Хорошо, что я пересел. Да, 10 минут стоим, да? Да. Давай, Андрюха, мы назад поедем. Скоро кончится. В принципе, и так уже снял. Вот еще будет. Вот, сними маршрут, вот эту доску снимаю. А, ну я снимал. Не, обычно. Мы на один день приехали. На одну ночь. Сегодня приехали, завтра поедем. Просто вот они с другом зимой первый раз в Карелию приезжали. Но мы поехали летом. Не, ну прикинь, вообще такую модель, там в 50-х годах еще она была создана модель, да? Фанаты с одной дверью, они еще хуже будут. Да. Сейчас, кстати, они до сих пор делают, что самое клевое. Сейчас. Не, не выходи. Сделал.
Нет, просто сфоткай немного.